Партнерство УГТУ и Новосибирского университета стартовало в 2014 году с подписания соглашения о сотрудничестве. Специально для сербского вуза в УГТУ разработали учебные планы для нефтегазовых специальностей. В Сербии есть два нефтеперерабатывающих завода и есть очень большая потребность в кадрах. А учитывая, что в Сербии очень высокая безработица, то вот эта вот программа, она позволяет, значит, существенно сократить безработицу и готовить кадры непосредственно на местах. Заказчиком выступила НИС «Газпромнефть», одна из крупнейших компаний общества, которая занимается разработкой и переработкой углеводородов в Восточной Европе. По мнению сотрудников предприятия, УГТУ стал хорошим партнером в реализации образовательной программы. Потрясает вот сама материально-техническая база, программы, преподаватели, то есть вот все, что имеется здесь. И кроме этого, огромное желание, огромный позыв к сотрудничеству, который мы увидели со стороны преподавателей и сотрудников Путинского университета. Сегодня преподаватели УГТУ выезжают в Сербию, чтобы читать лекции будущим нефтяникам и газовикам. Евгений Полубоярцев рассказывает зарубежным студентам о подземной гидромеханике. Как говорит сам специалист, в обучении приходится прибегать к хитростям. Языковой барьер это очень интересно, потому что, значит, Сербия, значит, страна, язык которой понятен нам, и им понятен русский язык. Но, тем не менее, есть отдельные слова, выражения, которые, значит, приходится переводить. Также студенты нашего вуза отправляются на стажировки в университет города Нови Сада. Там в течение семестра они слушают лекции, общаются с зарубежными специалистами и обмениваются опытом. Поначалу было сложно первые два дня, но потом уже адаптировался, поскольку все время вот на английском языке, и потом уже привыкаешь, в принципе. Много узнал, новые технологии, там, закрепил свои теоретические знания. Также посмотрел различные достопримечательности, ну, чем славится вообще сербская промышленность. За время сотрудничества сербские студенты стали частыми гостями УГТУ. Кто-то приезжает на временные теоретические и практические курсы, знакомится с полигоном и лабораториями Финского университета. Астрахиня Дивнич решил остаться в Ухте, чтобы выучиться на магистра. Принципиальное отличие образования здесь в подходе к самому образованию. Здесь вы получаете очень большую теоретическую базу и комбинируете это вместе с очень большой практикой. Материально-техническая база у УГТУ очень хорошая и очень обширная. То есть вы можете пользоваться программами, которыми пользуются во всем мире. Партнерство между УГТУ и университетом Нови Сада продолжается. И уже совсем скоро ряды сотрудников НИС «Газпромнефть» пополнятся первыми специалистами, которые будут трудиться на благо своей страны и нефтегазовых отраслей России и Сербии. Владимир Гаас, Ирина Пучкина, Дмитрий Гончаров, Александр Жникин. Планета новостей.